Стрижки пикси динамичные и стильные. Они подчеркивают женственность линии лица и очень просты в укладке. Рассмотрим наиболее популярные варианты на сегодня, по мнению стилистов. Многослойность. Стрижка слоями придает нужный объем. Ее легко укладывать. Она всегда выглядит очень естественно, стильно и дорого. Многослойная стрижка позволяет создавать оригинальные укладки, играть с формой челки, менять длину прядей на висках. Рваные прядки разной длины создают модный эффект в стиле casual. С их помощью можно скрыть слишком массивный лоб, широкие скулы или полные щеки. Удлиненная рваная челка. Такая челка все чаще становится главным акцентом в модной стрижке пикси. Она корректирует форму лица, делает его более вытянутым и узким, омолаживает. Небрежная укладка шегги. Такой прием создает выгодный объем, придает женственность, делает лицо менее строгим и молодым. Мягкие волны. Если уложить удлиненные прядки волнами, получится очень женственный, романтичный образ. Волны смягчат неправильные черты лица, сгладят острый нос и подбородок. Выбритый висок плюс длинная челка. Выбритый висок добавит асимметрии в образ, создаст неповторимую изюминку, скорректирует полное и круглое лицо. Ультракороткая длина. Такая стрижка привлекает максимум внимания к лицу, поэтому будет идеальным решением для женщин с правильными чертами лица, большими глазами и пухлыми губками. Пикси Боб – популярная стрижка, в которой присутствуют элементы двух стрижек – пикси и боб. Комбинацию элементов предлагает стилист, учитывая форму лица и особенности внешности. Асимметрия. Асимметричные линии в прическе стилисты рекомендуют для любой формы лица. Стрижка в целом выглядит более стильно, омолаживает, недостатки становятся менее заметны.